3 ноября. Хама. В ходе проведения разыскных мероприятий в окрестностях города Хама на участке дороги между Хама и Халяб представителями правоохранительных органов в одном из жилых домов был обнаружен тайник, устроенный террористами фронта Аль-Нусры в двойной стене. Из тайника было извлечено оружие, в том числе 9-мм пистолеты и пулеметы СА-25 производства Чехословакии, боеприпасы, ручные гранаты, минно-взрывные устройства, готовые к применению, современные средства связи и другое военное имущество. Проводится расследование. Алеппо. В провинции Алеппо силами специальных команд проводится тщательная проверка освобожденных районов. Так, в недавно перешедшем под контроль армии стратегически важном городке Сфера, расположенном на трассе Дамаск-Алеппо, в ходе разыскных мероприятий обнаружены склад самодельных мин и мастерская по производству минно-взрывных устройств. Несмотря на прекрасно оборудованные позиции и отчаянное сопротивление террористов, они были выбиты из этого городка и его окрестностей, что дало возможность беспрепятственного снабжения города и провинции Алеппо всем необходимым. Дамаск. Все больше граждан Сирии, состоящих в бандформированиях фронта Аль-Нусры, используют предоставленную президентской амнистией возможность спасти свою жизнь. Еще одна группа молодых людей, вовлеченных в банды обманом или насильно, пройдя соответствующую проверку и подписав обязательства, вернутся к своим семьям. Агентство «Ананьюз», Марат Мусин, Игорь Надыршин, Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Сирия.